Всем привет, дорогие друзья! Мы начнем прохождение Mortal Kombat 9 буквально через полминутки, а пока что прошу вас не переключаться и послушать песню Someone Could See You. Ну что, господа, сегодня за Скорпиона будем проходить. Скорпион. Так. Комбинации у него прикольные. И наносят достаточно урона. Так. С Кунг Лао сейчас сразимся, да? Так, поехали. О, ну-ка, я хочу воздушный захват сделать, не? Обычный. Иди сюда. Оп. И вот так еще. Но пока легко. А, почему он не... О, вот этот захват. Какие там комбинации у него еще есть? По-моему, вперед 2-1-4. 1-1-1. Оп-оп-оп. Еще вот так. А-а-а. Потом 3-3. И 3-3-4 у него еще есть. И еще у него подножка есть вот такая. И оверхед у него назад два есть. Так, следующий противник Саб-Зиро. Поехали, с подножки начну. А-а-а, он ее заблокировал. Тогда оверхед. А, окей. Почему так? Пойди. Думал сделать захват в воздухе, а получилось по-другому. И посмотри, он что-то все прям блокирует. Да ладно, еще брейкер. Но это, кстати, не комбо было, потому что гарпон у Скорпиона не комбинируется с третьим ударом единички. О. Так. И вот так. Нормально у меня. Ой-ой-ой, нельзя, нельзя бить, нельзя. Подловил на прыжке. А, не сработал клон. Это тоже посложнее немножко. Брейкер делает. Блокируется лучше, чем Кунг Лао. Теперь Лю Кэнг.
show me what you can do. Round one. Fight! Так, с мощной? Смотри. А, это у стены работает. О, нифига он наказал. Так. Ты посмотри, да? Мощно. А, он что-то хотел сделать. Не парирование ли? Да ну. Так. Ой, да ну. И еще разок. Воу, да ладно. Воу. Опасно. Соня Блейд, следующий противник. Следующий Шаокан будет следить за этим обоем. А, ну она постоянно будет этот прием делать, да? Оп. Поймал. Ой. Так. А, да ну. А если 1-1, например, нажать? Она сейчас может X-Ray сделать. Так. О. Ага, попалась. Всё. Барак следующий. Ну, этот, кстати... А, видишь, не получилось немножко. Оп. Тихо. Этот уже какой-то хитрый. Попался. Ага. Не достал меня. О, а сейчас достал. Опасно. Он чуть X-Ray по мне не попал. В смысле? Ой, капить. А, ну конечно, он будет перепрыгивать. Так. А, он второй удар не заблокировал. А надо было. А надо было.
Кабал. А потом Нуб Сайбот. А Кабал тут один из самых мощных персонажей, если не самый мощный. Тик. Ой. Wake up, нифига. Ха. Да, но... Нифига он хитрый. Ой. А еще же вот подкат есть у Скорпиона, я забыл. Тихо. Так, ну и на подножку он не реагирует. Оп. А вот так. А вот так. В смысле? Я не успел. Так, теперь Нуб Сайбот. Нуб Сайбота, по-моему, есть портал. Неблокируемый. Насколько я помню. Так. Ой, зря. Так. А, и прыгает, смотри. О, да ладно, нифига, он от захвата увернулся таким образом. А что он хотел сделать? Он хотел третий удар мне перебить, что ли? Похоже на то. А, успевает, да ладно. А теперь боссы. Шансунг. Вместо Кентаро будет Гора. Так. Ага. О, Барака. Опять. Ой. Да, ну... Да ну... Однако жесткий. Так. Ой, это Warhead был, да ладно. Все блокирует. Yeah.
Да ну. Опасно вообще. Да было опасно. Ага, попался. Ой. Тихо, тихо, тише, тише. Ну, третий раунд как-то он слабенько отыграл. А я сейчас гору. Ой-ой, опасно. Ха. Ой. Хорошо, что я от землетрясения увернулся. Сейчас будет бить. А, это захват. Ты его не поймешь. Вот и броня. Офигеть. О, нет. На тебе. А вот так. Аккуратно, аккуратно. У него... X-Ray. О. Я победил. Вот посмотрим, как теперь. Ну, я думаю, с Шаоканом должно быть чуть-чуть полегче, потому что у Скорпиона же есть цепь. Он его притянуть может. Так, сейчас сразу блок, блок. О. Так. Ну и урон. А. Ай. Ой, да ладно.
Да ну. Опасен. Так, у него X-Ray. Опасно, опасно, он может X-Ray сделать в любой момент. О, нет. Фига, оверхедом просто по башке. Ик. Ой, да ладно. Что? Что? Ой, да ну, он меня победил. Ну, я думаю, со второй попытки я точно его одолею. Так. О, не-не-не. А как он? Чё, ну, как он выпрыгнул? Так. Да, ну. О, вот этого я и боялся, что он броню использует. Ой. Ой-ой-ой. Он как-то восстановиться успел. Как? Непонятно. Ага. Ой. Ой, да ну. В смысле?
опасно. Так, этот удар побыстрее немножко. Ага. Ой, да ну. Победил. Shao Kahn's death did nothing to relieve Scorpion's pain. The loss of his kin still weighed heavily upon him, for reasons he could neither explain nor understand. He was drawn to the home of the Shirai-Ryu. Standing amid the rubble in solemn contemplation, Scorpion was visited by apparitions of his fallen comrades, who revealed the true mastermind behind their brutal deaths. Enraged, he returned to the Netherrealm. As the spirits of his kin immobilized Quan Chi, Scorpion slew him, finally avenging their deaths. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать мой YouTube-канал донатом, то ссылка в описании. А еще в описании будет ссылочка на мой Boosty-канал. Всем хорошего настроения. И всем пока.